Уходи. Уходи, сейчас все пройдет. Уходи. Живо. Джей! Давай, мама, спой с мамочкой. Рыбка, спой моему дитя. Давай, милая. Эсме. Давай, не останавливайся. Раз, два, раз, два. Не останавливайся. Раз, раз, два. Так держать. Нет, нет. Раз, два, раз, два. Отходи, отходи, отходи оттуда. Работай ногами. Работай ногами. Бей. Бей его. Выходи из угла. Уклоняйся. Жди здесь. Али. Али, постой. Я сам с ним поговорю. Приходи потом. Отстань от меня. Чего тебе? Я сказал, не возвращайся. Отец. Отец? Я тебе больше не отец. Проваливай отсюда. Убирайся. Пошла вон. Прости. Что? Прости. Я тебе жизнь посвятил. Гордился тобой. Прости меня. Ты все разрушила. Хватит! Что ты делаешь? Мне некуда идти. Проваливай. На улице холодно. Отпусти ее! Мой ребенок! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Как ты смеешь? Как ты посмел? У тебя нет права бить моего ребенка. Ты мог убить ее. Как ты со мной разговариваешь? Я тебя вырастил. Ты сделал меня такой. Я? Да, ты. Я порхаю, как бабочка. И жалю, как пчела. Не волнуйся за меня. Как-нибудь проживу. Слышишь? Ты в порядке, дорогая? Али, куда ты? Али, не молчи. Высокие коэффициенты, моментальные выплаты, лояльная поддержка игроков и множество бонусов на выбор даже самого искушенного игрока. Найди сайт лучшего букмекера 2020 года Melbet, делай ставки и выигрывай. Цыганская королева.
А в воскресенье сможешь? Надо спросить у мужа. Тогда спрашивай. Иначе возьму другую. Хорошо. Паула? Паула? Середина месяца. Денег нет. Мне надо платить аренду. Да, завтра. Привет, домочадцы. Привет, мам. Горячей воды так и нет. Эсмеральда, на немецком. Горячей воды так и нет. Довольна? Да. Мы были у толстой хозяйки. Знаешь, что она сказала? Колонка была новая. Сами сломали, сами ремонтируйте. Я поговорю с ней. Не волнуйся. Готов? Да. Я выхожу. Браво! Здорово, да? Поешь и попей. Да? Ладно. Это в нашем районе? Ага. Во сколько тебе надо быть? В 9. Угу. Али, если я получу руль, то оплачу аренду. Нет, серьезно. За этот раз. Ты станешь знаменитой. Еще какой знаменитой? Если я получу роль, повсюду будут висеть плакаты с моим лицом. В прошлый раз ты тоже так говорила. Думала, у цыган богатая фантазия. Слишком богатая. Да. Фантазия. Один в поле не воин, поэтому мы и есть команда. Команда тех, кто готов идти в бой. Команда, которая идет за победой. Делай ставки и будь в команде победителей Мелбет. Мелбет – это широкая линия ставок на киберспорт, включая самые любимые игры. Counter-Strike, Dota, World of Tanks, Taken, League of Legends и многие другие. Побеждай с Мелбет. Еще никого не убила. Ты отвечала на немецком? Мы все выучили. С такими оценками гимназии нам не видать. Матео? Плохая оценка по немецкому не значит, что я не умею говорить. Плевать. Не закончишь школу, не получишь работу, ясно? Ты тоже не закончила. А моя школа отстой. Одни хулиганы. Не перечь мне. Наверное, из меня плохой репетитор. Я ужасно училась в школе. Мы все время играли в Action Jackson. А что за Action Jackson? Ты не знаешь Action Jackson? Хочешь познакомиться? Да. Я Action Jackson! And use your imagination. It always starts with your imagination.
нами? Заходите посмотреть на голеньких девочек. Ты на замену? Да. Опаздываешь? Простите. Собери пустую тару. Бутылки в коробке, бокалы неси сюда. Ясно? Да-да. Давай сюда. Вниз, начни снизу. Внизу, внизу надо убраться. Опять иностранка. Раз, два. Отходи. 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 Эй, убирай бутылки, поживее. Вставай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нокаут. Итак, леди и джентльмены, победил Джонни Болева. Великолепно. Второй бой за звание чемпиона скоро начнется. А сейчас время для шоу. Гориллы из компьютерной игры. Да, да, отлично. Есть желающие сразиться. 20 евро один раунд, 50 евро за три. Это особый приз. Кто хочет? Тогда я сражусь. О, нет, 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 нет. Не в этот раз, да. Такое только у нас, дамы и господа. У нас кто-то есть? Есть желающий? Откуда вы? Из Рима. Из Рима, итальянец. Спагетти против Конго. Вперед! Пепельница, живо. А он хорош. Плесни чего-нибудь холодненького. Словно вся жизнь от этого зависит. Сделаем. Танна, ты как черная кошка. Привет. Отличное шоу. Задай! 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 Покажи ему. Стой, погоди. Забери. Это просто цирк какой-то, чертов цирк. Можно пиво? Итак, раз. Спасибо. Два. Спасибо. И тебе. Доброй ночи, пока. Отдохните. Ладно. Только не переборщите. Хорошо. Что такое? Поговори с Таней. Не хочу быть дерьмовой обезьяной. Хочу драться по-настоящему. Повезет, если он вообще проснется. Спалить к черту. Спалить весь этот притон. Ну, хватит, Юрген. Все будет хорошо. Приберись внизу. За вам, ага. Что? Таков уговор.
домой. Отдохни. Мне надо идти. Детям завтра в школу. А кто будет внизу убираться? Мне еще час добираться до Гамбурга. Ты еще здесь? Я. Пока. Двойную мне. Сделай сам, я закончила. Эй, подай бутылку. Мне 8 утра, уже на работу. Видишь это солнышко? У нее есть яйца. Это тебе не сиськами трясти за барной стойкой. Значит, завтра сам убираться будешь. Ого. Глория. Глория. Глория, я шучу. Глория. Ну и хрен с тобой, сучка. В своем заведении я могу пить и срать, и трахать кого хочу. Хочешь свои деньги? Да. Сколько? 40 евро. Нет, нет, нет. Сперва выпей со мной. Мне надо идти. Дорогая, я редко предлагаю девушкам выпить, если не собираюсь их трахнуть. Эй. Да. Спасибо. Не составишь компанию? За тебя, лузер. Мама, вставай. Как дела, дорогой? Иди сюда. Иди к маме, дорогой. Как ты, большой мальчик? Доброе утро! Ого! Тетя-блондинка! Свели ничего. Так, дети собраны, завтрак готов. Спасибо. И ведра с горячей водой тоже, потому что от тебя воняет. Фу, от мамы воняет! От меня пахнет цветами. Рабочими цветами. А сперва забегу в магазин, а потом на кастинг. Пока, тетя Мэри! Удачи, Мария. Удачи, Мэри. Пока. Удачи, тетя Мэри! Эсме. Принцесса. Я уже не ребенок. Хочу показать тебе кое-что. Иди сюда. Мам! Отпусти! Я тоже! Ты всегда будешь моей принцессой. Мама!
Мама, тебя воняет. Нет, от меня пахнет цветами. Доброе утро. Доброе утро. Возьмешь пятый этаж? Посмотри, как следует за зеркалом. Доброе утро. Доброе. У тебя пятый этаж. Мы платим 750 евро. 30 в день, договорились? Как закончишь, иди на 13-й. Хотя я не очень довольна тобой. Кровати были плохо заправлены. Но у меня хорошее настроение. Спасибо. Старайся лучше. Спасибо. Паула. Простите, но тут не хватает 150 евро. Что? В смысле что? Я что-то не так сделала? Я усердно трудилась, жалоб не было. Ты получаешь столько, сколько я даю. Отдайте мои деньги. Сейчас же. Хрен тебе, а не деньги. Хочешь меня поиметь? Поверь, не стоит. Иди к черту, сучка. Проклятая тварь! Тут ты уволена! Высокие коэффициенты, моментальные выплаты, лояльная поддержка игроков и множество бонусов на выбор даже самого искушенного игрока. Найди сайт лучшего букмекера 2020 года Melbet, делай ставки и выигрывай. Али, вставай. Выбора нет. Ты должна драться. Али, ты должна драться. Требует молодости. Али. Вставай, дорогая. Вставай. Вставай! Сделай кофе. Пожалуйста.
Сойдемся на том, что я засранец. Чтобы я перестал извиняться. Солнышко, я больше не буду пить, заглядываться на баб. И выдавлю, наконец, прыщи на яйцах. Ты же в меня влюблена? Мечтай. Признайся. Если будешь продолжать в том же духе... Тогда что? Забей. Удо звонил. И что? Он пришлет двух боксеров на следующей неделе. Они проведут бой в 3 раунда. Им не нужно платить. Я говорил, это никогда не закончится. Тебе просто повезло. Я убралась. Ну? Спасибо. Я ищу работу. У нас нет ничего? Да, Роза выздоровела. Спасибо. Эй. Ты боксируешь? Профи? Профи. Сколько боев? 6. Все выиграла? Как звать? Али. Али. В этом что-то есть. Али, если хочешь, можешь здесь тренироваться. Бесплатно. Спасибо. Вот так. Быстро, 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 быстро. Молодец. Хороший мальчик. Погоди. Закрой глаза. Мышка, я не в настроении. Да ладно. Не применяй мою тактику против меня же. Эй! Пожалуйста. Ладно. Напряги воображение. Да. Слышишь музыку? Чувствуешь сцену под ногами? Ты танцуешь? Загорается свет? Люди потрясены. Ты потрясла их. Только ты можешь так танцевать. Ух ты. Тебе надо заниматься живописью. Серьезно, Париже. Нет, французский — это не мое. Зато Вена. Вена — это здорово. Только представь, ты занимаешься живописью, а я играю в городском театре. А мама? А что мама? Она найдет тебя даже в Новой Зеландии. Чтобы заставить учить новозеландский. Спасибо. Эсме, иди мыться. Не хочу мыться.
Эти ведра такой отстой. Вот она и попалась. Держите ее за ноги. Давайте. В ванну ее. Вот так. Банная вечеринка, банная вечеринка. Зарплата 900. Не спится? Тетя Мэри всегда засыпает раньше, чем я дочитаю сказку. На немецком. Хорошо, мама. Мама. Сколько надо на экскурсию в Париж? 220 евро. Я могу продавать рисунки на рынке. Серьезно? Или могу работать? С кем же? Иногда мне давали по 10-20 евро. Я могу работать в городе, как раньше. Что? О чем ты? Не смей даже думать об этом. Ясно? Мы больше не будем попрошайничать. Поняла? Уйди. С глаз долой. Дай пару евро, я возьму что-нибудь. Атила, простите. Я уже говорил, для тебя работы нет. Ни в одном отеле. Никаких Лала, никаких Лулу. Она украла мои деньги. Мне нужна работа. Любая. Юсуф? Пошли. Прошу, Атила. Пошли на выход. Пошли. Эй! Все нормально, давай на выход, без неприятностей. У меня дети, мне нужны деньги. Я выносливый. Дружище, что нужно? Четверть на стройку. 5 евро. Идет. Ты и ты тоже. И ты. Атила. Ладно, спасибо. До скорого. Ты берешь только своих. Следующий возьмет тебя. Разбивайте цены. Эй! Что за дерьмо? Проваливайте. Успокойся. Оставь его. Эй, полегче. Что за детский сад? Я тебя достану. Берегись. Отойдите в сторону. Алло? Алло. Всего хорошего. Спасибо. Береван, с твоими родителями я еще поговорю. Ну да. Какая разница? Она первая начала, я должна была терпеть. Хочешь загреметь в тюрьму? Эсмеральда, даже не хочу это обсуждать.
Учительница говорит, что успехов у тебя нет. Забудь про Париж. Так нечестно! Все туда едут! Тебе повезло, что я тебе не наваляла. Сиди дома и занимайся. Я все время занимаюсь. Значит, занимайся больше. Забери Матео и идите домой. Нравится паста? Почему не сказала, что потеряла работу? Нам нужны деньги, Мария. Ты на кастинге была? И что? Почему ты полный день не работаешь? Нет. Я не могу. Мне надо тренироваться, чтобы быть в форме. Твоих денег только на эту Линду и хватает. Она опекает меня, у нее связи, она знает, где найти работу. И где эта работа? Где? Где? Я не знаю. Не знаешь? А что делать, если меня не берут? Заняться чем-то другим. Спасибо. Привет, Бобан. Алло, Боба. Что у тебя на сегодня? Стройка в Нейндорфе, асбест. Сколько? 5 евро. Бобан, за асбест 7 евро. Брат, сегодня 5. Ладно. Что еще? Ну все, хорошо. Постой, подожди. Перерыв окончен. За работу. Двадцать, сорок. Двадцать, тридцать, сорок. Двадцать, сорок. Двадцать, сорок. Али? Дочка похожа на тебя. Такая же красивая. А кто эта белая? Мы вместе живем. Что? Почему? Знаешь, как трудно цыганской матери-одиночке найти жилье? С белыми нужно быть осторожней. Она нормальная. Как скажешь. Ну что, мужчина у тебя есть? Рассказывай. Ты спятил? Рассказывай. Мне хватило Милоша. Где он сейчас? Надеюсь, в аду. И там и останется.
Все думали, что он станет поп-звездой, а ты чемпионкой мира. Ты тоже хороший боксер. Нет. Мы тренировались лишь, чтобы впечатлять девушек. А ты, чтобы победить. Али. Мы скучали по тебе, Али. Особенно твой отец. Серьезно? Он скучал? А он искал меня? Кто-нибудь меня искал? Я была одна. И эта белая помогла мне. Али, не надо. Ему тогда было больно. Да, ему было больно. А раньше он беременную меня заставлял выходить на ринг. Ты права, так и есть. Я чуть не потеряла ребенка. Если я его увижу... Нет, перестань, Али. Твой отец умер 3 года назад. Что? Нет. Сердце. Думал, ты знала, Али. О мертвых плохо не говорят. Али. Не все было так плохо. Верно? Королева. Цыганская королева. Не прекращай танцевать. Никогда, дорогая. Ни за что, дорогая. И 4. Отлично. И еще раз. Давай, покажи, что можешь. Ну же. Да, вот так. Больше бей. Да, отлично. Ну, как тебе тут? Как дома? Знаешь, кто это? Старик Юрген. Он выставил 7 раундов против величайшего в мире боксера.
Твоего тезки. Али. Мухаммеда Али. В 72-м. Правда? Это факт. Я завязал с этим дерьмом. Ясно? Последний раз. Удо Берг сегодня будет. Покажешь ему, на что способен, дружище. Да ты реальный нацист. С меня хватит. Я хочу драться по-настоящему. Ты бананов объелся? Да пошел ты! Засранец. Кто будет обезьяной? Кто будет обезьяной? 100 евро. 100 евро. Никто из вас неудачников столько не зарабатывает. Успокойся, черт побери. Конечно. Я жопу надрываю, чтобы они тут тренировались. А что взамен? Почему я еще не продал эту дыру? Ну же. Пьем до дна. Давайте. Время шоу. Есть желающие? Такое только у нас. Все верно, вперед. Только у нас. Мы тебя похищаем. Давай, идем. Кто эта малышка? Белоснежка? Ребята, парочка? Он должен страдать. Он должен страдать. Отлично. Белоснежка против Конго. Первый раунд. Поехали. Ты реально чокнутый. Такое дерьмо только тебе могло прийти в башку. Я хочу выпить. А, да. Ула, чай за наш счет. А что за чудик в костюме обезьяны? Здорово же? Да. Только глянь. Ты как? Какого хера? Проваливай с ринга. У него завтра свадьба, а он без зубов. Ты хотел, чтобы он страдал? Я буду драться. Ну что, давай. Он должен страдать. Я хочу драться. Смотри. Давайте. Хотите, чтобы я дрался? Все хотят. Ну же, народ. Один раунд. Только один, ясно? Больше и не нужно. Ладно, ну же. Иди сюда. Поцелуй его в задницу. Стоп, стоп. Бой окончен, урод. Дыши глубже. И вставай, слышишь? Вставай. Доверься мне. Дамы и господа, леди и джентльмены, наша новая звезда ринга – Али. Эй, поздравь ее.
Такое только у нас. Али! 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 Глория. Сумасшедший дом. Спасибо тебе. Эй. Эй. Это тебе. Спасибо. И за следующий бой. Эй, идем со мной. Пошли. И уходит, когда захочет. Уда, тут кое-кто со мной. Со всем уважением, потрясающее шоу. Спасибо. Невероятное. Удаберг. Лучший промоутер отсюда до Бармбека. Присаживайтесь, прошу. Принесите пару бокалов. Присаживайтесь, прошу. Спасибо. Расскажи, как такая женщина стала здесь черной кошкой. Понимаешь, о чем я? Ты же цыганка? Рома. О, черт, облажался. Но ты поняла, о чем я? Черная кошка, разбитое зеркало, пятница 13-е. Нет, это другое. Другое? Обожаю этого парня за его эмоциональность. Поэтому он не завоевал ни одного титула. Или завоевал? У меня еще все впереди. Эй. У тебя талант. У тебя горячая кровь. Мне нравится. Вы похожи. Любите бокс, но в бизнесе не разбираетесь. Моя Дженни сейчас тренируется в Чикаго. Через 4 недели она вернется в Гамбург. А через 8 недель выступит на чемпионате мира. Ей нужна спарринг-партнерша. $150 в день. Аванс за 2 дня. А потом? Сперва пусть потренируется Дженни, а там посмотрим. Согласна? Да, заманчивое предложение. Мои поздравления, прекрасные паре. Поздравляю с прибытием в семейную гавань. Надеюсь, это станет последним плаванием. Хочу предупредить всех. Не заглядывайтесь на мою дочь. Можешь запереть ее дома, но однажды она все равно сбежит. Я растил ее не для мужа. Я растил ее для нас. Для всех, Рома. Чтобы мы ею гордились. Тогда почему зовешь ее цыганской королевой? Знаю. В жизни мы играем по правилам белых. Но на ринге наши правила. Она порхает, как бабочка. И жалит, как пчела. И жалит, как пчела! Играйте, я хочу потанцевать с дочерью.
Али Георгио, чемпионка Европы среди юниорок. Безумие. Почему ты никогда не рассказывала? Я живу с чемпионкой и даже не знаю об этом. А ты знал? Спасибо, что нашла постоянную работу. Без проблем. Если ты последуешь за своей мечтой. Знаешь, у Ромы богатое воображение. Привет, милая. Эсме, дорогая, ты в порядке? Принцесса, что случилось? Открой дверь, поговори с мамой. Что? Нельзя ехать в Париж в таком виде. Да, французам нравятся элегантные девушки. Да. Пойдем по магазинам. Эй, оставь это. Сперва приди в форму. За месяц ты должна достичь того, на что у остальных уходит год. Иначе облажаешься. Давай, давай, шевели задницей. Старайся, иначе улетишь, как аэробус от удара Юргена. Ну что, вперед. Второй раунд. Хорошо. Вот так. Толкай. Еще. Продолжай. Вот так. Молодец. Мама дома? Вы кто? Таня, а ты? Матео. Кто там? Али. Вы боксер? Вы боксер? Да нет, не такой, как твоя мама. Что? Не шевелись. Мне идет лиловый? Тебе не жарко в кофте? Не шевелись, говорю. А ваша мама скоро вернется? А вы торопитесь? Ты хорошо учился в школе? А в гимназии? Что? В гимназии. Вы знаете Пеппу Вудса? Кто это? Зачем вы пришли? У тебя любовь с мамой? Что? Нет, я... Где бы я ни был, быстрые выводы и высокие коэффициенты всегда со мной. Ставка. Выигрыш. Мелбет. Вы знаете Экшн Джексон? Это тот, что из Вильгельмсбурга? Нет! Слава богу, я... Мама! Да, дорогой. Я принес мазь для суставов. Для мышц. С ума сойти! Это же Таня из боксерского клуба! С ума сойти! Привет! Я Мэри. Простите, а можно с вами селфи? Так круто будет!
Ты уже обедал? Да, то есть нет. Смотрите. Потрясающе. Передай соль. Дорогая, кофта тебе идет. Но снимай ее иногда. Сними. Нет, 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 Матео. Сперва поешь, потом сок. Сок для меня, а не для Матео. И в этом доме мы говорим на немецком. Да, на немецком. Как так вышло? Как вышло, что у вас образовалась такая семья? Такая семья. Я выступала на улице со своим шоу. И был только один зритель. Али. Она досмотрела от начала и до конца. Это было волшебно. Да-да, настоящее волшебство. Нет, нет. У меня были проблемы. Серьезные. Мне нужно было жилье. Вот такая семья. Да. В жизни всякое бывает. А у вас что? Али теперь член боксерского клуба? Постоянный. Да, если все будет хорошо, она получит контракт, зарплату, страховку и все такое. Ее примут в штат, организуют ей поединки. Если все будет как надо. За маму! За маму! И за Тани, ее ангела-хранителя. Не стоит. Спасибо, Тане. Спасибо тебе. А другого нет ничего выпить? Есть. Атакуй. Вперед, давай. Закрывайся. Закрывайся. Вот так. Удар назад. Удар назад. Двигайся, двигайся. Уходи. Порядок? Блин, Удо, кого ты опять откопал? Расслабься, у нее первый день. Ты в порядке, Аля? Ты как? Удар отошла, не так близко. Держи дистанцию. Защищай грудь, запомни, локти вниз. Поняла? Все нормально. Эй, Таня, пресс-конференция пройдет у тебя. Хорошо. Продолжим. Али Георгию. Ну что, цыганская сучка, на этот раз тебе не уйти от нас. Прямо по морде! Забери толстовку! Бери толстовку! Реальный экшен! Круто! Держи дистанцию! Держи дистанцию! Возможно, мы поспешили. Не стоит продолжать. Я поговорю с Удо. Прости.
Ваша дочь уже была замечена в кражах? Эта кофта была обнаружена в ее рюкзаке. Но... Вообще-то стоило бы сообщить в полицию. Ну, девочке всего 12. Здесь ее мать. Вы все сделали верно, господин инспектор. Давайте подпишем бумаги и покончим с этим. А если это мать ее научила? Зачем? Скажи, Эсмеральда, зачем? Мам, я день и ночь работаю, чтобы вы жили достойно, чтобы нас уважали. Ты не понимаешь? А ты совершаешь то, чего ждут от нас белые. Как тебе не стыдно? Теперь все изменится. Никаких гаджетов, никаких рисунков, ничего. Будешь ходить в школу, делать уроки и все. И забудь про Париж. Ни слова, иначе пожалеешь. Никаких рисунков. Нет, мама! Мама! Ты мне больше не мать! Эсмеральда, я скоро вернусь. Все будет хорошо. Обещаю. Ты знаешь, что я всегда любил тебя. Да. Что поделать? Иди домой. Остерегайся черной кошки. Ну же, иди домой. Проваливай. Убирайся. Думаешь, они станут там плавать, если узнают, что я нассал туда? Мог бы и насрать до кучи. А я и насрал. Бежим, копы! Стоять, полиция! Стоять, полиция! Полиция! Стоять, полиция! Туда и налево! Налево!
Набранный вами номер недоступен. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. Эсме? Эсме? Набранный вами номер недоступен. Где мои дети? Где мои дети? Они дома, успокойся. Где они? Дома? Где мои дети? Говори. Али, успокойся, пожалуйста. Ты оставила их одних. Оставила? Что? Ты оставила их одних, сучка. Али, Али! Али! Где мои дети? Дома! Дома! Ты оставила их одних. Идем, пойдем, хватит. Достаточно. Мы нашли их. Где они? В службе защиты детей. О, боже. Они более-менее в порядке. Но пока вы не сможете увидеться. Что? Вот повестка в суд. Если что-то нужно, скажи. Они не могут вот так просто забрать у тебя детей. Да, вы поссорились. Ну и что? Мне жаль, Али. Я... Знаешь, я подумала с Линдой.
Не знаю, это проклятая ситуация и с работы еще. Дети и ты. Вы все, что у меня есть. Прости. Вам понятно, фрау Георгио? Речь о грубом нарушении родительских обязанностей и ущемлении прав ребенка. Параграф 8а. Пока вы не сможете с ними увидеться, ваши дети будут переданы в приемную семью. Они останутся там на полгода. Конечно, вы можете подать апелляцию. Семья Мюллер уже принимала двух албанских детей и вырастила их до совершеннолетия. Они хорошие люди. Проживают неподалеку от Альстера. Это красивый район. Фрау Георгио, вы должны пройти курс антиагрессивной терапии, устроиться на постоянную работу и заключить договор аренды жилья на ваше имя. Вы серьезно? Простите, но вы не можете. Решающий фактор в том, что Эсмеральда сама не хочет возвращаться домой. Я с ней разговаривала. Мне жаль. Али! Черт! Если нас увидят, будут проблемы. Эсмеральда? Возьми ланч в дорогу. Эсмеральда! Побольше фотографируй в Париже. Мадам. Счастливого пути. Пойдем в дом. Хорошо. Пока, Эсмеральда! Повернись в камеру. Работай жестче. После боя состоится пресс-конференция. Дженни ответит на ваши вопросы. Порядок? Ты можешь отказаться, ты же знаешь. Ты можешь отказаться. Эй, мы договорились на 2 раунда. Заканчивай. Али, готова к еще одному раунду? Хорошо. Еще один раунд с Дженни Шварц.
Ты в порядке? Ты не обязана. Все хорошо? Да, порядок. Хорошей пресс-конференции. Спасибо. После спарринга можно сфотографировать на ринге чемпионку мира Елену Линьяни. Вот так. Все верно. Не останавливайся. Врежь ей. Давай. Атакуй. Атакуй, атакуй. Как ее зовут? Повернитесь. Али. Али. Али, иди сюда. Али, посмотрите сюда. Иди сюда. Али, эй. Эй, посмотри на меня. 4 месяца тренировок коту под хвост. Вот так. Я говорил, что работаю с профи. Да, у нее нос сломан. Да. Нет. Она поправится. Бой нужно перенести максимум на 2-3 месяца. Да. Да, это... Я понимаю, что это проблема. Мама, проснись. Мама, у нас банная вечеринка. Дали горячую воду. Спи, мама. Банная вечеринка. Банная вечеринка. Банная вечеринка. Банная вечеринка. Нет, горячо. Нет. Мама, скорее. Пожалуйста. Али. Вольфи, прекращай. Хватит. Бастер Даглас. Его били на ринге 8 раундов. Но он держался, и тут правый апперкот. Он свалился, все стали, судья начал отчет. 5, 6, 7, 8. Его спас гонг. Гонг. Тогда Майк Тайсон валил своих соперников в первых раундах. Словно машина, зверь. Непобедимый. Но Бастер Даглас отдышался и вернулся на ринг. Продержался весь 9-й раунд. А в 10-м отправил Тайсона в нокаут. Бам! Аутсайдер побил самого Тайсона. А знаешь почему? За 23 дня до боя у Бастера умерла мать. Все просто. Ты. Ты цыганская королева. Бывшая чемпионка Европы среди юниорок. Против непобедимой чемпионки мира. Ты получишь 2-летний контракт и... 20 000 евро. Если устоишь на ногах после 10 раундов.
Вольфи, продолжай. Я тоже как-то бился за титул. Лузер, канадец. Я его уделал. Потому что был в форме. Тогда мне сделали предложение. Я согласился ради своего клуба. Мне предложили кучу денег, а я хотел этот клуб. Думал, что будет еще шанс. Я бы все отдал за то, чтобы заново провести бой. Не из-за титула. Он мне уже не интересен. Из-за себя. Потому что только на ринге я могу быть собой. И когда ты ее вырубила, это чувство вернулось. Да. И если есть хоть один шанс из тысячи, это твой шанс. И если хочешь... Если хочешь биться, то я с тобой. Хорошо, бей жестче. Еще жестче. Блокируй. Сконцентрируйся на бое. Жестче. Бей сильнее, давай. Левой работай. Левый, левый, правый. Левый, левый, правый. Отлично, сильнее. Иначе не выстоишь 10 раундов. Да, выплесни всю ярость. Вот так. Давай, быстрее. Еще быстрее. Раз, два, три. Да. Выдержка — это все. Давай. Работай ногами, используй правую. Давай. Бам. Вот так. Хорошо. Теперь делай. На сегодня достаточно. Все, хватит. Высокие коэффициенты, моментальные выплаты, лояльная поддержка игроков и множество бонусов на выбор даже самого искушенного игрока. Найди сайт лучшего букмекера 2020 года Melbet, делай ставки и выигрывай. В кулак. Хорошо. Распрями. Давай! Быстрее! Спасибо. Залезайте. Это твоя машина. На сегодня. Садитесь. Осторожно.
рассказывай. Ты постриглась? Ради мальчика? Нашла себе французика? Куда мы? На бокс. Правда? Круто. Только бы не опоздать. А мама? Она не знает. Устроим сюрприз. Она все еще на меня злится? Эй! Мне жаль. Не извиняйся, малышка. Ясно? Все будет хорошо. Обещаю. Проверим перчатки. Нам нужна минутка. Вернусь через две. Эсмеральда? Принцесса, как вы? Мама, прости меня. Нет, нет. Ты не виновата. Я так тобой горжусь. Прости. Если не смогла быть вам хорошей матерью. Я люблю вас обоих. Больше всего на свете. Обещаю. Мы скоро увидимся. Клянусь, Эсмеральда. Мама! Да, мама! Что она сказала? Вандел Эванс представляет главный поединок вечера. 10 раундов за титул чемпионки мира в весовой категории до 69 килограмм. Сегодняшняя претендентка Али Георгиу. Цыганская королева. Ради этого боя она набрала вес. Али! Бой вот-вот начнется. Гамбургские фанаты болеют против цыганской королевы. Всем известно, что она вывела из строя Дженни Шварц, местную претендентку в борьбе за титул. А теперь будет биться с чемпионкой мира. Это непростое испытание для Али Георгиу – перейти в более тяжелую весовую категорию. И не проведя ни одного боя за последние 10 лет. Ваши аплодисменты судье на ринге. Нейл Чапман. Подойдите. Вы знаете правила. Бой должен быть честным. Ударьте по перчаткам и разойдитесь по углам. Дамы и господа, ваши аплодисменты сегодняшним участницам. Жестко встречаю ее с самого начала. С каждым ударом ты станешь сильнее. С каждым ударом. Отбей ее уверенность в победе. А сейчас вперед. Раунд первый. Закрывайся. Закрывайся и уходи. Да. Выбирайся из угла. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Готово? Продолжаем.
Выбирайся из угла. Эй, что с тобой? Али, ты уступаешь, это не обезьяний бой. Эй, ты поняла? Все понятно? Если так и продолжишь, я выброшу полотенце. Я остановлю бой, слышишь? Держи дистанцию. У нее справа открыта грудь. Ударь в нее дважды. Дважды. Сильно, жестко, иначе тебе конец. Фанали пропал, другого не дано. Второй раунд. Держи дистанцию. Дай я посмотрю. Иди в свой угол. Эй, судья. Штрафной очко – это удар головой. Судья, что это значит? Что эта сучка творит? Второй раз она бьет головой. Совсем ослепли? Успокойтесь. Готовы? Закрывайся, закрывайся, как раньше. Назад. Отлично. Здорово. Ты выбила ее из ритма. Чувствуешь, ты выбила ее из ритма. Сперва закрывайся, а потом бей. Раз, два, и сразу закрывайся. Действуй вот так. Все хорошо, у тебя все получается. Только не нервничай. Бей и закрывайся. Ладно, вперед. Третий раунд. Атакуй. Вот так. Али, 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 Али. Да. Так держать. Не сбавляй. Али, Али, Али. Вот так, да. Эй, уберите эту тварь. Ей только на ярмарках выступать. Хорошо, молодец. Ты ее достала, Али. Ты ее достала. Молодец. Атакуй. Выходи из обороны. Эй, стоит остановить бой. Останавливаем, Али. Прекращаем. Тогда выходи и дерись. Это твой бой, твоя жизнь. Это твоя жизнь. Ты справишься. Все хорошо. Ты сможешь. Али, 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 Али. Четвертый раунд.
Не подпускай ее близко. Закрывайся. Закрывайся, черт побери. Послушайте, братья. Прислушайтесь к цыганскому народу. Ликую всем сердцем. Потому что она... моя кровь и плоть. Показала она, что сильнее всех. Она билась и победила. А когда взошло солнце и улыбнулась ей, она наша дочка.
она цыганская дочь. Она билась. И победила. Солнце ей улыбнулось. И она победила. Она цыганская дочь. Она цыганская дочь. Sich aus. Jeder Schlag, jeder Punch, jeder Tritt, jede Faust trifft wie ein Gewehr und brettert alles raus. Und egal wie spät es heute wird, ich gehe nicht nach Haus. Ich habe Hunger und hau mit Fäusten in den Tisch rein. Die Power, das Besteck und der Boxsack, das Frischfleisch. Das Volk von Verlusten, jage ich den Sieg und komm der Krone immer näher, denn ich hab's mir verdient. Auf und ab, bis jeder Muskel brennt. Auf und ab, hier kriegst du nichts geschenkt. Auf und ab, das Leben ist ein Rennen. Auf zum Sieg, weil ich dafür kämpfe, ich gebe 100, nein, Millionen Prozent, meine Strophen, sie brennen, ich will oben am Ende. Die Siegerfaust in der Luft, also geb ich mehr Gas und steigert den Druck. Hunger wie ein Bär, ich kämpfe wie ein Löwe, das Auge eines Adlers lässt mich fliegen wie eine Möwe. Keine Grenzen, die mich töten, ich setz gezielte Hiebe, nenn mich Muhammad Ali, denn ich schleche wie eine Biene. Ich habe Hunger wie ein Bär, ich kämpfe wie ein Löwe, das Auge eines Adlers lässt mich fliegen wie eine Möwe. Keine Grenzen, die mich töten, ich setz gezielte Hiebe, nenn mich Muhammad Ali, denn ich steche wie eine Biene. Aufgeben, kenn ich aus dem Wörterbuch, aber ich bestimme selbst, was mein Körper tut. Also leg ich nach und hau noch mal rein und verdoppel meinen Einsatz, falls es immer noch nicht reicht. Reicht nicht, gib mir 20 Kilo mehr. Für meine Stärke waren's die ganzen Krisen wert. Ich lerne, studiere, denn Wissen ist Gold, denn mein braucht einen klaren Kopf für den gewissen Erfolg. Und ich spüre, wie sie reden, ich spüre, wie sie gucken, ich spüre, wie sie lästern und spüre, wie sie mucken. Ich spüre, dass sie wissen, wenn ich komme, es knallt. Und sie grinsen mich zwar an, aber wollen, dass ich fall. Nada, erst wenn du mich rausbockst. Du kannst lange suchen, aber findest keinen Ausknopf. Nein, für meine Zweifel ist Sense. Der Kampf hat begonnen und ich kämpfe bis zum Ende. Hunger wie ein Bär, ich kämpfe wie ein Löwe. Das Auge eines Adlers lässt mich fliegen wie eine Möwe. Keine Grenzen, die mich töten, ich setz gezielte Hiebe. Nenn mich Muhammad Ali, denn ich steche wie eine Biene. Ich habe Hunger wie ein Bär, ich kämpfe wie ein Löwe. Das Auge eines Adlers lässt mich fliegen wie eine Möwe. Keine Grenzen, die mich töten, ich setz gezielte Hiebe, nenn mich Muhammad Ali, denn ich steche wie ne Biene.